просто ко мне, если не привлечете его отец, то значит, я воскресу его в последний день. А также, тогда я вознесен в богатыню, все привлеку к себе. Какое доверие Бога? Самого искреннего из них. Смущает окаменелые сердца. То, чтобы человек смог ходить в саду Бога, Бог первый захотел родиться с человека. Рождение Бога, чтобы создать нас, он рождается от Бога, чтобы нас воссоздать. Все это происходит тайно, сокровенно глубину. Прежде всего, для этого